А ты там часто охотишься на стене? Ну да, довольно часто, говорит Сёма, к северу. Кто не охотится к северу от стены, кто не охотится, тот не ест. И на кого? Учись, студент, на вещи нужно смотреть проще и ширше. Да. Кто не охотится, тот ест. А компот? Братец уже, и на кого чаще? На оленей или там на лосей? На кроликов, говорит Сёма, иногда на белок. Ну, правда, охотится мой друг Джон в основном, иногда Эдуард. Ну, вот и Лилька, она тоже хороший охотник, в смысле охотница. Мама встревает. Ну, полагаю, в ваших краях это в порядке вещей. Однажды мы познакомились с лордом Амбером из последнего очага. Помнишь, Рэндалл? Он сказал, что обучил охоте всех своих дочерей. А что тут такого-то? Вообще непонятно. Да. Эти, которые там мама, дочка, они с соколами должны охотиться, только оттащи за уши. Приятное времяпрепровождение, развлечение. На воздухе, опять же, на свежем. Поесть можно. Ну. Да, хорошо проводишь время. Опять же, птичка. Птички хорошенькие, тетеньки их очень любят. Твой папка научил тебя охотиться, а наш папка никогда нас не учил. Думаю, нашему папке надо брать пример с твоего папки. Хорош, говорит папа Рэндалл, блин. Если б ты знал, кто ейный папка и какой пример с него нужно брать, ты б так не говорил.